Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт, и сегодня мы представляем вашему вниманию набор силиконовых мисочек. Силиконовая форма подходит для выпечки, приготовления пищи, запекания различных блюд, изготовления мыла ручной работы, массажных плиток, бомбочек для ванны, еда, конфеты, свечей ручной работы. Материал силиконовой формы безопасен, так как сделан из специального пищевого силикона. Силиконовую форму можно использовать для всех видов духовок, как для газовых, так и для электрических. Силиконовая форма для выпечки – это идеальный выбор каждой хозяйки. У силиконовой форм множество плюсов. Они мягкие, гибкие, что исключает порчу формы и дает им долговечность в использовании. Формы для выпечки из силикона перед готовкой не надо ничем смазывать. Еда у них не прилипает и не подгорает. Забудьте об отдирании вашего пирога от железной формы. Советы по применению и как продлить срок службы вашей силиконовой формы таковы. Силиконовую форму перед первым использованием категорически запрещается мыть абразивными средствами, так как это может повредить поверхность. Категорически запрещается ставить силиконовую форму на открытый огонь, она может загореться. Не стоит разрезать приготовленную пищу прямо в силиконовой форме, это приведет к неизбежной порче вашей формы. Перед первым использованием мы рекомендуем помыть форму мыльным раствором, тщательно промыть теплой водой, затем высушить, смазать маслом, и ваша форма готова к использованию. Силиконовые формы стоит использовать только по назначению. Не подогревать готовую еду в силиконовой форме. Вот так выглядят данные мисочки. Самая маленькая, она такая гибкая, с другой стороны. Формочка побольше. Средняя формочка и самая большая. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!